Финны очень ценят тепло и уют. Непременным атрибутом, символизирующим гармонию в доме, является традиция пить кофе с вкусными и ароматными булочками карвапусти. Сегодня расскажу, как приготовить невероятно ароматные и аппетитные финские булочки с кардамоном и корицей. Они называются карвапусти, что переводится как оплеуха за их внешний вид. Уверена, что они понравятся всем, кто хотя бы раз их попробует. В пошаговом рецепте подробно рассказано, как испечь такие булочки. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Подготовьте ингредиенты. В емкости для замешивания теста смешайте муку, соль, дрожжи и кардамон. Добавьте яичный желток, влейте молоко, всыпьте сахар, смешайте. Добавьте растопленное сливочное масло. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Замесите тесто, сделайте из него шар, накройте крышкой или пищевой пленкой, поставьте в теплое место для брожения на 1,5-2 часа. Подготовьте начинку, для этого смешайте в однородную массу мягкое сливочное масло, корицу и сахар. Присыпьте рабочую поверхность стола мукой, раскатайте тесто в прямоугольный пласт, равномерно нанесите на него начинку, не доходя до края примерно 1,5-2 см. Сверните тесто в рулон, нарежьте на кусочки в виде трапеции. Поставьте булочку на основание, на широкую сторону, приплюсните сверху с узкой стороны с помощью подходящего предмета. Выложите булочки на лист для выпечки, смажьте сверху смесью яичного желтка и 1 столовой ложки молока, присыпьте сверху жемчужным или обычным сахаром, выпекайте в духовке 20-25 минут при температуре 200 градусов. Румяные, невероятно ароматные булочки готовы, подавайте их к кофе, они очень вкусные и в горячем, и в холодном виде. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. А теперь ингредиенты. Мука пшеничная, 500 грамм, молоко, 250 грамм, сахар, 150 грамм, 75 грамм, в тесто, 75 грамм, в начинку, соль, 1 чайная ложка, масло сливочное, 150 грамм, 100 грамм, в тесто, 50 грамм, в начинку, яичный желток, 2 штуки, 1 желток, в тесто, 1 желток, для смазывания перед выпечкой. Дрожжи сухие, 2 чайных ложки. Кардамон, 2 чайных ложки. Корица, 2 чайных ложки. Сахар жемчужный, 1 столовая ложка, или обычный сахар, для посыпки перед выпечкой. Количество порций, 8. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте. Подписка, гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Всем приятного аппетита! Жду вас снова.